Центр «Камертон» собирает друзей. Old Fashioned Trio – именно так называется джаз-бенд, который впервые выступил в Магнитогорске. На сцене в этот вечер звучал старый традиционный джаз в аутентичном исполнении музыкантов с мировым именем. Когда слово «джаз» становится синонимом слова «праздник», расскажет Елена Ткач. Два музыканта из Швейцарии и два из России. В таком составе коллектив существует всего лишь 10 гастрольных дней и 5 концертных городов, среди которых Москва, Симферополь, Севастополь, Киров, Екатеринбург. Впереди Южный Урал, который начался для группы с концерта в Магнитогорске на сцене Центра музыкального образования «Камертон». И пусть в джаз-бенде люди разных поколений, языков, стран и менталитета, джаз нивелирует все сложности. Музыка – это универсальный язык, и это хватает. Мы смотрим друг на друга, и вот. Бернард Швентер – исполнитель на банджо и вокалист из Швейцарии. Его зажигательное исполнение можно услышать в самых разных уголках света – от Нового Орлеана до отдаленных сибирских городов. Именно на одном из таких концертов 4 года назад он познакомился с ярким артистом уральского джаза – контрабасистом Александром Булатовым. Завязалась переписка, которая переросла в музыкальное сотрудничество. Уже 4 года группа Old Fashioned Trio, у основания которой стоят два друга из России и Швейцарии, собирают свой интернациональный состав, который варьируется, и промозглым ноябрем отправляются в гастрольный тур по России. Это очень интересно и огромный опыт для нас. То есть тут люди с таким багажом сознания и музыки, и для нас это большая честь, что они согласились с нами сотрудничать. И у нас получается уже, то есть 4-й год мы играем эту музыку, погружаемся в нее, и это огромное удовольствие. Это колоссальный опыт, в том числе и от Мишеля, который играл со знаменитым Майлсом Дэвисом, и Джерри Миллиганом, и с другими известными музыкантами. Это интересно, это увлекательно. Будем ездить еще. Барабанщик Вячеслав Евлютин присоединился лишь в этом году. И еще одна новая яркая премьера этих гастролей – швейцарский кларнетист Мишель Вебер. С 1970 года Мишель играет и записывает со звездами первой величины, такими как Джерри Меллиган, Майл Дэвис, Стэн Гетц. А сейчас он играет для магнитогорской публики. Осенний вечер. Прекрасная музыка, как глоток игристого вина. Масляный свет уличных фонарей и ощущение, что жизнь прекрасна и удивительна. Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.